Дорогие друзья, дорогие товарищи, сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину Великой Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. День Победы – это день скорби, ну и радости. Мы помним всех красноармейцев, партизан и мирных жителей, которые погибли в те страшные годы в войне против гитлеровской Германии и у союзников. Мы помним всех, кто знал беды и лишения. Несмотря на голод, болезни, бомбежки и ряд зверских преступлений против человечества, воля советского народа победила. Главный урок тех лет – это то, что разгром фашизма – это общий подвиг всего многонационального советского народа. Русские, украинцы, белорусы, евреи, молдаване, грузины, армяне, азербайджанцы, чеченцы, якуты, татары, чуваши, казахи, киргизы, узбеки, туркмены, таджики и другие все сражались за родину. Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко, Сидор Кавпак, Олег Собаклянюк, Муса Джалил, Аметхан Султан, Алья Мулагулова, Абухаджи Идрисов – все наши герои защищали дружбу народу. Подвиг советского народа обеспечил для нас мирное небо над головой, и за это мы остаемся в вечном долгу. Наша обязанность всегда сохранять их память в наших сердцах. Мы помним, скорбим и отмечаем этот день вместе. Да здравствует Великая Победа! Да здравствует дружба народов! С Днем Победы вас!